Глава государства отметил заслуги сотрудников КГБ в деле обеспечения безопасности нашего государства. Сегодня мы отдаем дань уважения всем тем, кто предупреждает угрозы безопасности нашей страны, выполняет важнейшую задачу по выявлению и пресечению провокаций и противоправных посягательств на суверенитет и территориальную целостность Республики Южная Осетия, защите ее экономических интересов. Благодарю за сложную, сопряженную с высоким риском службу всех, кто самоотверженно и оперативно реагирует на современные вызовы. Уверен, что ваш профессионализм и преданность делу будут и впредь содействовать обеспечению наших национальных интересов, поступательному и успешному развитию Республики Южная Осетия. Особые слова благодарности Алан Гаглоев адресовал ветеранам боевых действий, которые, по его словам, являются образцом патриотизма и верности присяге. Сотрудники Комитета госбезопасности внесли неоценимый вклад в дело сохранения мира и стабильности в нашем государстве, принимали самое активное участие в отражении грузинской агрессии, защищали наших граждан и нашу республику от внутренних и внешних врагов. Вечная память героям, отдавшим жизнь за будущее нашей Родины. Президент пожелал сотрудникам крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности во благо нашей Родины. Председатель КГБ Олег Ширан отметил, что во многом благодаря работе КГБ и погранслужбы КГБ укрепился правопорядок в Южной Осетии. В августе 2008 года оперативный состав, пограничники и сотрудники спецподразделения КГБ участвовали в боях за Цхинвал. Многие из них награждены высшими военными наградами. В настоящее время, с учетом складывающейся сложнейшей геополитической обстановки, актуализируются стоящие перед органами безопасности задачи. В первую очередь, противодействие разведподрывной деятельности спецслужб США, Великобритании, других стран НАТО, Грузии, борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и коррупцией, охрана государственных границ. Для решения этих задач от чекистов Южной Осетии требуется верность долгу, высокий профессионализм, неукоснительная оперативная дисциплина, повышенная бдительность и самоотдача. Он подчеркнул, что Комитет государственной безопасности обладает значительным оперативным и кадровым потенциалом. В целях создания условий для дальнейшего повышения эффективности служебной деятельности в течение последних лет налажен активный процесс совершенствования материальной базы. Следуя курсу стратегического партнерства с Российской Федерацией во взаимодействии с российскими коллегами, КГБ и впредь готов профессионально и четко решать все поставленные задачи в любых нестандартных условиях, быть в постоянной собранности, осуществлять выверенные и упреждающие оперативные действия по обеспечению госбезопасности Южной Осетии Российской Федерации, защите наших граждан от внутренних и внешних угроз. Сотрудников КГБ также поздравили начальник пограничного управления ФСБ Российской Федерации в Республике Южная Осетия Владимир Щемелинин и руководитель службы внешней разведки Алексей Варзев. В ходе торжественного мероприятия был зачитан поздравительный адрес директора ФСБ Российской Федерации Александра Бортникова. Яна Плива, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск «Сегодня».